Итак, всем доброго времени дня, дорогие зрители. С вами Рухаб, с вами Мила, с вами Лост. И мы для вас комментируем игру FTD против команды Ехом Люминоус. Формат встречи Бо-2. Это первая карта. Это Dota 2 Professional League. У нас играется Китай. Ну что же, поехали. Дим, ты с нами? Наверное, я забыла включить звук. Так, Дим, ты тут? Да. Все, поехали. Я, на самом деле, уже представила команду, я просто звук в скайпе забыла включить. Ну что, FTD против Ехом Люминоус. Ты знаешь что-нибудь про эти команды? Я, честно говоря, в первый раз вижу этих ребят. Вообще не в курсе, кто это такие, да и... Откуда вообще их столько появилось? Откуда там 16 команд, ты не знаешь? Я немножко знакома. Ну, совсем на самом деле чуть-чуть. По крайней мере, Ехом Люминоус я уже комментировала. А вот FTD мне еще не доводилось видеть. Но если мы посмотрим ставочки на Dota2Lounge.com, мы увидим, что 28% поверили в команду Ехом. И 72% отдали свой голос команде FTD. Ну что? Что будем разбираться вместе по этим командам, так как мы мало с ними, в принципе, знакомы. Да, вообще Китаю, возможно, скажем так, не с такой душой, возможно, и влюбленностью мы смотрим на игры Китая, Азии, Америки, как на наши там СНГ, конечно же, ну и даже Европу тоже, в принципе, для нас более ближе, более интересно. Вот поэтому будем смотреть на Китай и разбираться с тобой вдвоем. Войт, Феникс, Мирана, Кунка. Вообще, первое, что я хочу отметить, в последнее время Кунка стал, в принципе, попадаться мне в проиграх чаще и чаще. Особенно в Китае, который я так усердно комментирую последние недели. Плюс отмечу один из моментов. Вот даже, по-моему, вчера я смотрела игры... Даже Пупей тренировал Кунку в пабликах. То есть этот герой потихоньку начинает возвращаться. А что ты думаешь по поводу вообще этого героя? Я думаю, то, что после того, как Ланем показал на пару с Уфаем, что этого героя можно использовать не только в атаке, но и, допустим, в защите, кидая крест на своих, можно использовать его на харасе, допустим, когда ты кидаешь крест на своего, он прыгает, сделал два удара. Ну, не кританул, не вопрос, убежал обратно и ждем следующего врыва. То этот герой становится все опаснее и опаснее, потому что крест, как я понимаю, это не раскрытая вещь, то есть спел, который не до конца показал свой потенциал, и нужно будет здесь вот посмотреть, что же придумали FTD Club. Ну, я так понимаю, это первое, Void у нас пойдет в харду, Феникс, Патма, саппорты, получается, Джаггернаут фармит и Кунка мид, это так? Скорее всего, да. Пока. Конечно, я предполагаю, что возможен вариант, что Патма пойдет мид и Кунка саппорт. Такое, в принципе, тоже вероятно. Но на самом деле, вероятность этого почему-то, мне кажется, более мала, нежели первого варианта, который мы обсуждали. Ну, знаешь, если так посмотреть, то можно сказать, что пики равные. Единственное, что снизу немножечко жадновато, опять у нас Тимбер, Сове нужны артефакты, Слардору и Шторму, чтобы они там плюс-минус оделись. Вот. Но с другой стороны, сверху тоже можно выделить три керри, потому что Мирана, Джиггернат, да и тот же Войд без артефактов не очень много вещей делает. И будем надеяться на то, что победит та команда, которая лучше реализует свою комбинацию. Мне вообще, в принципе, нравится... Также хочу заметить пики и одной, и второй команды. Вот только, знаешь, по поводу Ехом, в принципе, вот если игра зайдет в какой-то уж очень жесткий лейт, то физурона там не так-то и много будет. В плане, есть тут же Гернаут, есть, знаешь, какой именно ярко выраженный керри. Потом, допустим, Кунка. Кстати, Кунка у нас саппорт. Да? А ты хотел увидеть Кэрри? Я думала, что... Я не поняла, пойдет она в мид, либо пойдет Патма в мид. Я думала, что это вообще как вариант, как в прошлых играх у нас была Патма роуминг саппорт. Я тоже подумала, что почему Кунка в мид?
Ну вот так частенько берут, то есть если ты Да. видишь героев, которые его не контрят, например, там какие-то тонкие персонажи, ты закидываешь крест, тарен, корабль, и можно было убить, то это дело одно. Но если против тебя Слардер с минус армором, плотненький, Тимбер, Сова, Эллар, Титан, то в этот момент можно позволить Кунку поставить и на суппорта, чтобы он просто скилл корабль издалека. Вот так. Ну вот сейчас посмотрим, как в FTD с Кункой будут реализовывать Кункевича. Ему самое главное получить второй уровень. Потому что на первом уровне можно сколько угодно стараться закинуть торрент. И у некоторых людей это даже получалось. Но когда у тебя появляется крест, все становится в сотню раз проще. Ты просто выходишь, крест, торрент и до свидания. До свидули. Шторм Спирит. На боте забирает у нас руну, Патма забирает руну на топе. Ну и в принципе не было никаких стычек. Сразу Войд у нас, обрати внимание, этот Войд решил без Айрон Талона, решил стоять против Тимбера и получается здесь Эр Спирита. Ну, интересно, Изи. достаточно лайна. Изи стоит, тут его никак не прогнать. Мы видим, такие два суппорта, как Элдер Титан и Эр Спирит, вряд ли смогут его очень сильно напрягать, учитывая то, что Тимбер Сова, ну, с пассивочкой, он пока частично выполняет, он позиционирует себя как танк. И Войду все, что нужно сделать, это купить себе Пурман Шилд, потом еще взять себе топорик, и на этой линии он будет себя чувствовать прекрасно. Ну, убивать его точно не смогут здесь. Единственное, за счет чего они, в принципе, могут подниматься, как раз вот делать отводы, стаки и Убивать. так далее. А вот думаешь, убивать... Миди Мирану, вот, допустим, ворвался Air Spirit, у него кулдаун на Rolling Boulder 16 секунд, у Мирана кулдаун на Leap 30. Вот, ждем кулдаун на Rolling Boulder, закатываемся еще раз, и Мирана умирает. Умирает Мирана, может быть, потому что не попадает Air Spirit камешком, и она отступила. Ну, если бы попал, разумеется, тут было бы все быстро. В это время забирают на топе у нас Слардара. Слардарыч фиданул, но вообще как раз я думаю, Ему что можно уйти. здесь Кунка, по-моему, попал своим торрентом. Плюс Санрей от Феникса, ну и Блейд Фьюри Джаггернаута, не было никаких шансов. Пойдет ли Слард... Ну, видишь, Слардар-то без Айрон Талона. Ну вот ему, кстати, можно пойти в лес, потому что здесь комбинация пожестче. Здесь Кунка тебя сажает на крест, Санрей плюс Блэйд Фьюри, и он не выживает никак, учитывая то, что у него нет сапога, он не сможет оторваться. И вот он как бы побегал, поразвлекал, выиграл немножечко времени для шторма, чтобы шторм получше чувствовал себя на миде. Мы видим, он лидирует по крипстату, но все, пора убегать домой, на родину, потому что здесь вот так вот его будут забирать по КД. Он не сможет против них сражаться. Два раза фидануть за 2 минуты. Ну, я думаю, что сейчас он должен понять, что все-таки на топ идти не вариант. Возможно, даже стоит попробовать, какой второй у нас есть. Возможно, стоит попробовать даже к Вайду прийти, не знаю, помешать как-то. Однако Четыре Вайду. мелешника. Однако Вайду. Помешали. Помешали и без Слардара. Все-таки добрили его. Далеко побежал, естественно, ты стоишь, но не надо прямо вот так вот даваться в крайности и воевать с самих крипах. Можно все-таки, ну, вести себя немножечко поаккуратнее. И будем надеяться, то, что Войд сейчас понял, что ему необходимо делать, возвращается на линию и будет стоять поосторожнее. А в это время в миде нападение на Шторм Спирита и, в принципе, ганг от Кунки закончился победой. В принципе, как раз Патмы добивает она Шторма. Эрспирит пытается помочь, еще буквально удар и хватает удара, однако сам должен погибать от вышки. Отличный торрент от Кункевича. Ну и разменяли минус 2 на одну Патму. Разумеется, FTD этот размен выгоднее. Сейчас Ну, Кунка Кунка тут. красавчик, да. Пришел на мид, сделал 2 килла, почти 4 уровень. Нафармил себе там то ли ботл, то ли аркантапки, то ли еще что-то. Я бы его вместе аркантапки взял. И может продолжать дальше кидать в шторма крест-арент. Шторму нужна какая-то поддержка. Нужна защита.
Ему... И что ему может быть? Вообще, Эрспирит все время был рядом, но только он куда-то свалил, Поздно. сразу ему, его шторму настучали по голове. Еще один момент, вот, кстати, отметим по поводу Кункевича. Ему смоки купил себе Винтленс, то есть более мобильный. 1.03 статистика, то есть 4 фрагах из 4 своих фрагов вообще всей своей команды поучаствовал. Очень активно. На топе убил 2 раза, подошел в мид убил. Ну, то есть передвигается, и вообще мне этот кунка очень даже нравится. Да, и мне тоже. Вот сейчас он пришел на мид, увидел, как Шторм встал в суперзащитную позицию, и раз его не взять, то можно попробовать выйти наверх. Наверх он подходит, но тут палит вард, и, скорее всего, ему не подойти. Но вот так вот, находясь на реке, он одновременно не позволяет Слардеру пройти наверх, и при этом предоставлял опасность миди. Но Элдер Титан тоже подошел сюда, тоже решил помочь, и вот три ствола они Мирану-таки запинали. Знаешь, это такие вот перетяжки. Сначала стоял я шторма и потма, шторм и потма в миде. Сначала Эрспид к потме пришел, потом Кунка пришел к шторму, ну, помогать. Он говорит, забрали шторм, он говорит, Эрспид, так я тоже подойду, и уже втроем в миде. Надо сейчас Фениксу в мид с такой логикой перетягиваться, и Феникс перетягивается в мид. Перетягивается в мид, пошел с Андрей, стрела, и, в принципе, Феникс забирает фраг, я хотел сказать, Патма добивает с старт шторма, но нет. В это время сразу же сюда и Слардар, теперь еще и хардлайнер тут. Знаешь, постепенно один перетянулся с одной команды, та же роль перетягивается с другой команды. Забавный достаточно момент. Все перетягиваются в мид. Уже не мид какой-то, а знаешь, проходной двор получается. Все дерутся. А тем временем Войт один раз фиданул, ну ничего страшного, бывает. В любом случае у него достаточно хороший левел 6, 20 крипов имеет, и стоит он как 20 крипов, у него столько же, сколько у Патмы в миде. Ну да, он стоит как рыба в воде, и Тимбер он никоим образом не может ему помешать. То есть как бы Тимбер на этой линии не пыхтел, но почти любой прокаст воет, убирает таймволком, он начинает там назад во времени возвращаться, и при этом у него топорик, получается 88, там еще плюс 140%, и Тимбер вообще не может как-то помешать ему фармить никак. Воет нашел свою линию. Притом, знаешь, у него атака такая приятная. На воде на самом деле здорово Тычка. фармить. Да, тычка у него реально хорошая. Не все знают это слово, на самом деле. Я когда сказала на стриме, говорю, что за тычка? Ну, Тыка, можно так еще не сказать. фаги. Да. Ах, и пошел купол. Купол хороший, однако Тимбер тоже, в Ай-яй-яй. принципе, парниша достаточно плотный. И на развороте начинают драться. В Кункевича вырывают. Кунку добивают здесь. Минус пока Кунка. Надо пытаться забрать еще Феникса. Феникса добивают. Даблкил у нас от Тимбера. Однако Сомни слэша Тимбера все-таки допилили. Войд живет, однако башек не работает. Ну и размен получился 2 саппортов на одного Тимбера. Однако может подстрять у нас еще и Слардар. Пошел лип от Мираны. Старшторм и стрелой. Отлично попадает у нас Патма. В итоге размен 2-2. Забрали хардлайнера и получается кэрри команды ЕХОМ на 2 саппортов. Ну, опять же, для FTD этот размен, разумеется, выгоднее. Да, чудно, ребятки подрались. Довольно-таки хорошо они начали. И если бы Кунка попал своим торрентом по Тимберу, то, скорее всего, бы Тимбер умер намного раньше. Вот. Но по счастливой случайности получилось так, то, что не до конца FTD реализовали свои скиллы. И, ну, плюс-минус они отбиваются. Как бы они отделались малыми потерями. Теперь осталось пойти и как-то замес провести. Вот Войд в сайленсе бегает, но его вообще никак не подцепить. Это просто трата маны. Эспирт теперь без маны вынужден идти домой. Кстати, ему бы будут получить 6-й уровень. И А, в идти это в рисковать. миде. Время, в это время. В миде. Стрела, А, нет. торрент. Маны не хватило. Он ботл заранее О, не выпил. а Стики что, не а нажал. почему стики не нажал? Не знаю. Не Задумался. доиграл, не доиграл. Потому что если бы он прожал старт шторм, там шторм без вариантов отлетал бы. Там вторая бы звезда в лоб прилетела, и не было бы у него шансов на выживание. Ну,
Ладно, простим, простим. Что у нас с Вайду? Ой, этот купол через пару секунд будет. С Маной небольшая проблема. Было бы неплохо, на самом деле, ему этот купол реализовать как-то. Как-то, например, на... Либо к себе позвать какого-то героя, а-ля, вот опять же, Феникса плюс Кункевича. Либо, может, в миде на Шторма. Хотя Шторм и так 1-2-1 статистика. Можно вообще попробовать надавить на вышки. Есть Джиггернаут, есть Базилька, есть Хилинг Вард. Но эти вышки они забирают на ура. Если посмотреть на Ехом, у них есть, конечно же, чем откидываться. Но, по идее, палочка все это контрит, так что вышки смело можно осаждать. Ну, да. Тем более, нет пока, знаешь, такого инициатора у Ехом. Разве что Шторм, если будет врываться, однако тоже страшно. Если Шторм ворвется, на него купол сразу поставит, и до свидания, Шторм. А у Слардара Даггера нету. Вот пошли. Вот они пошли в пуш. Джиггернаут начинает работать по вышке. Батл Фьюри потратил, и может быть получится за это наказать. Да. Может быть напасть на него. Элдер Титан пускает свою иллюзию. Палочку Джиггернаута заканчивается из плюсов. То, что перетянули сюда и Слардера, и Элдер Титана, и остальные герои на линиях могут вздохнуть спокойно. Ну, Патмана ходит дабл дэмэдж, у нее, в принципе, есть Moonlight Shadow, и, возможно, можно попробовать что-то даже синициировать с инвизом, либо синициируют Кунка. На нее. Кунку подождать. Ох, ничего тут... Нормально, так, Салис. Так, так, ушла, ушла, Шторм. Ушла. Пойдет. Ну, по крайней мере, на самом деле, она разменялась, плюс еще заберут здесь Эр Спирита, Шторм, ой, как же прокоцались, посмотри, посмотри, как же ультимейт Эр Спирита все-таки жестко накоцал, однако, накоцал-то накоцал, а добить-то некому. Главное не рисковать, потому что Джиггернаут идет, у Джиггернаута есть вертучка, работает он по Шторму, Шторм летит, минус армор повесили, и Джиггернаут отступил назад, но было очень близко. Шторм играет с огнем. Шторм. Что у нас по надворсам? По надворсам Джиггернаут первое место имеет, а когда соберет себе свой БФ, будет фармить вообще очень-очень быстро, и тогда, мне кажется, у Ехом начнутся проблемы. Потому что у них герои не сказала бы я, что так быстро фармят. Тот же Слардар, у него... Да, он может там подфармить лес, но он не сделает это так же быстро, как Джиггернаут с БФом, да. Опять же, даже Патма в будущем когда-то насоберет себе. Кстати, у Патма на самом деле все не очень хорошо, если честно. Вот сейчас ПТшка 3-3-2. Да, погибала. Даже у Вайда с харды как-то приятнее все смотрится. Вайд с харды вообще чувствует себя лучше, чем Имирана, и лучше, чем Шторм. Вот так вот бывает. Вот тебе и Войд. Вот и постоял харду. Вот он, Джиггернаут, который встретил Шторма. Шторм начинает рубить на пару с Тимбером. Залетает сюда Войд, получает Сайленс. И теперь будет ли Хроносфера? Будет. Хорошая Хроносфера по двоим. Тимбера, возможно, бить не стоит. У него пассивочка третьего левела. Но забрать Шторма приятно. Ну, конечно, Джиггернаута потеряли. И при том он был первое место по нетворсу. Это неприятно на Шторма, который так был не в лучшей ситуации. Кункевич, ну ладно, саппорт и саппорт. Уже правильно делают то, что они его давят. Потому что у Джиггернаута мы видим не самый такой боевой айтем-билд. Это не тот Джиггернаут, который бегал в игре с барабанами. Насколько я помню, там нормально рубил. Ну да, да, в начале. А тот он персик, и пока есть персик у него, давайте-ка нажмем. Нажмем на слабое место. Ну вот, опять же, я с тобой полностью согласна. За БФ нужно наказывать. А здесь наказывает Джиггернаут. Отлично, фраг сразу после того, как его убивают. Ну, если еще одного заберет. Вот просто, скажем так, знаешь, отомстил за свою смерть. Даблкил для Джиггернаута. Полностью реабилитировался после своей смерти, которая только что произошла. И сейчас еще и могут дальше попробовать пойти. Однако Элдер Титан станчик. Кунка бросает свой корабль, клипается в замес Патма. Отличный старт Шторма. Размен Кункевича пока на Элдер Титана. Шторм пытается драться. Маны совсем не осталось. Ну, Патма здесь погибает. Дабл килл у нас от Тимбера. Пытаются преследовать, однако на развороте. Ну, на развороте уже слишком далеко ты пошел, Тимбер. Почувствовал силу.
почувствовал силу, лучом с Санрем своим должен допилить того же Тибера. Ну какой же шальной башек проходит от Вайда. Слорда врывается станчик, добивает Феникса. Господи, какой замес. Подстан от Элдер Титана. С Вортекса притягивают здесь Вайда. Дальше пытаются догнать Джиггернаута. Джиггернаут Блэд Фьюри. ТП у нас нет маны на ТП. И надо добивать с руки. Трипл килл от Слардара, черт возьми, вот это замес. Вау. Вот это замес, который, казалось бы, начинался вот здесь. Вот тут Джиггернаут начинал тиммейт. И закончился он вот здесь, смертью, по-моему, почти всех членов. Они тут уже сражались, умирали, резались и еще раз сражались. Fight Recap, интересно. Я не успела его открыть, настолько смотрела за тем, кто выживал, кто что получил, но в итоге получили все, наверное, хотя бы что-то. Во-первых, с этого замеса первое, что мы можем отметить, закончился он трипл килл Слардара. Слардар сделал, да? И смотри, у него до этого было 4 смерти. Он сейчас сделал трипл килл и практически заработал себе даггер. Если бы не этот замес, Слардар был бы хуже, чем саппорт в этой игре. А сейчас вот даггер появится, и уже на самом деле не все так плохо. Можно что-то и придумать дальше, идти куда-то. Ну, в плане... Можно самому уже инициировать, что-то делать. Не понравился этот замес команде FTD, и они решили, пойдем-ка мы в смоках. У нас корабль есть, у нас супернова есть, у нас Мунлайт есть, у нас даже Омнислэш на Джиггернауте есть, но Джиггернаут не будет в замесе. А вот, в принципе, за... А купол где? А купола тоже нет. Тут с куполом было бы неплохо пойти, на самом деле. Купол вещь хорошая. Импер увидел. Не успели его поставить на крест. Я вот что хотел сказать. Вот если посмотреть по графику, видно то, что Юхомы больше получили с этого замеса. Они отыграли где-то 2000. И, возможно, дело в том, что у них-то кулдауны маленькие. У Шторма кулдауна нет, у Слардера кулдауна нет, у Тимбера тоже кулдауна особо нет, разве что у суппортов. Вторым, как у FTD, кулдауны имеются. Причем довольно-таки весомые. Это Хроносфера, это Омнислэш. Им лучше всего драться под ними. И в миде подцепили у нас Тимбера, пошел разлом от Элдер Титана, не самый лучший, скорее, знаешь, на то, чтобы отступить, и, в принципе, это сделать получилось. Омнислэш есть, есть купол, ТП у Вайда также имеется. То есть, если, в принципе, прилетит Войд, то смогут подраться с куполом достаточно неплохо. Опять же, можно посмотреть на варды команды FTD. Они во вражеском лесу, то есть они хотят кого-то пытаться пиковать, начинается замес в миде. Ну как замес? Больно. Больно. Очень больно. Да, надо с персиком надо поскромнее себя вести. Оп. Купол, в принципе, неплохой. Размен получился у нас один в один. Надо как-то добрить еще по тму. Забирают по тму Джиггернаута на Элдер Титана. В принципе, разумеется, какой в принципе для FTD этот замес просто крайне плохо проходит. Кункевича сейчас могут забрать. Кункевича, скорее всего... Ну, Кунка, какой же ты плотный. Живи, Кункевич. Нет, стирает его. Тимбер не отпускает. Три... В один. После смерти Джиггернаута нет смысла вообще идти ставить купол, я думаю. Я вообще не понимаю, зачем он сюда лезет, если у него даже БФ не готова. Да собери, если ты собираешь БФ, иди фарми с этим БФом. Да собери БФ и иди леса свои бей и вырывайся вперед по фарму. Здесь никто тебе по тому по скорости в биении крипов не просто не побьет. Да, кто? То есть он... Ну, я согласен, да, и при этом, если вы, ну, как бы у вас есть кулдауны, и вы видите, как противник стоит на возвышенности, как вот находится вышка, и, в общем-то, все они в позиционочке, то есть, ну, велика вероятность, что, может быть, и не стоит идти, раз уж они вас так боятся, и отжирайте своих кэрри. Как минимум, купите себе там Battle Fury, и, может быть, там, БКБшечку на Миране, чтобы можно было в драке жить. Пока просто... Ну, а до БКБ у Мираны еще миллион-миллион лет. Во-первых, у меня собирает себе Аганим. Аганим, если честно, мне нравится. Я люблю этот айтем, но вообще ей достаточно сложно будет без какого-то... Ну, даже не знаю, в любом случае БКБ ей попозже надо будет потом, собирать. Ну, потом, да-да-да. Сейчас, естественно, статы, сейчас, естественно, нужны артефакты, чтобы она могла дамажить. Вот, учитывая то, что у нее есть хроносфера, ну и Джиггернаут, это потенциальный танк в будущем, который сможет вперед пойти.
Но сейчас, пока всего этого нет, лучше всего успокоиться. Если уж мы идем драться 5 на 5, то желательно не под вышку, не на возвышенность, где у противника будет небольшой перевес, а искать его в лесах. Но Джаггернаут с БФом ему не имется, и вперед он бежит использовать свой Омнислэш. Вообще, я за активных керри, но если ты играешь активно, логично предположить, что и собираться ты будешь активно. Отличный купол от Вайда, пошел Старшторм, и в принципе сделали отличный минус. Даже и Джаггернаут, вот зачем он был тут? Он тут был Вот. совершенно не нужен. Это группа поддержки, Мила. Это группа Я поддержки. этого момента не, Ты не была то в группе что... поддержки? Нет, нет. Вот он, возможно, был. Видишь, он бегает со своими и повышает им мораль. А если бы он был в своем лесу, он Его бы, заметил. кстати, могли убить сейчас. Да, лучше поддерживать своих. Это лучше, чем бегать, ну, бегать и одному, умирать и говорить ноль помощи и все уроды. Это в сотню раз лучше. А что, он красавчик? Вообще, получилось так, что на самом деле действие на самом не очень правильное, но вообще, если бы он и правда остался в своем лесу, то, скорее всего, он бы здесь отъехал. А так вот вражеский лес подфармил. Сейчас может тауры немного подпушить, если, конечно, пойдет туда. Либо вообще можно было в это время попробовать даже забрать Рошана. Потому Вот что да. есть Владимир, во-первых, у Вайда, есть палка у Джаггернаута. Почему бы, ну, И дабл дэмэдж на грани. это было бы, наверное, лучшее решение, однако они момент не использовали, скажем так. И в итоге сейчас купола нету. Еще 38 секунд. Однако есть. Кстати, вот мы не отметили появление именно даггера на воде. То есть купола у нас будут царские. Ну или нет. Ну, пока минимум купол шторма, это уже нормально. Шторм пока испытывает не самые лучшие времена. У него 3-4-8. По нетворсу он 5-й. Его начинает догонять свой же Слардар. И если они так будут продолжать делать на нем упор, то Шторм может вообще не всплыть. Так как ему, ну, невероятно тяжело сражаться против купола. Самое грозное оружие. Купола, да, это на самом деле. Ну, притом, знаешь, тут и купол уже второго левела плюс колде сколько? Меньше. Так, третьего левела, когда у нас 100 100. секунд. Да. Потом уже будет вообще опасно. Да, то есть в любом случае Шторм, он как бы, ну, даже несмотря на то, что он позиционируется как рейндж, в большинстве случаев ему нужно врываться в толпу, ему нужно ставить свои ремнанты, ему нужно как-то стараться дамажить, потому что ремнанты в начале игры это, ну, как бы, значительная часть его ДПСа. А тут пойдет, сможет быть наготове. Вообще, если мы сравним левел Air Spirit, который роуминг, позиция номер 4 в игре, да, и Шторм Спирита, то уже многое станет понятным. Я бы тут сравнил Кунку 9 уровня, который прекрасно приносит себя в жертву, его захиливают палочкой, кидают корабль. Вау, как же они его Кунка подсейвили, да. живет, живет. У него Маленький кулдаун на красавец. корабль. Может себе позволить его кидать там. Всего 60 На самом секунд. деле 60 секунд, почему бы и нет? Ходи. Нет, ну посмотри, Air Spirit в его команде 11 левел, и Шторм Спирит 11 левел. Вот Да. это Что очень. мы делаем? Гновим шторма или хвалим Air Spirit, Мил? Я даже на два хвалить Air Spirit. Да, конечно, мы подчеркиваем плюсы. Мы подчеркиваем только плюсы. Мы подчеркнем. Мы оптимисты. Стакан наполовину полон. Правильно, Мил? Какой хороший Air Spirit. Какой же хороший спирит! Ой, как же он играет! Но в итоге Шторм приобретает себе. Сарказм. Кстати, я пыталась сделать как можно мягче, честное слово. Не получилось. Но я буду над собой работать. Можно сказать, ему руинер забирает экспу, шторму нечего фармить, там, ну и т.д. и т.п. Ну, то есть мы оправдаем шторма, получается, из игнобимого спирита. Не, я просто сказал, как вариант, но вообще нет. Я его хвалю, потому что он активный. У него 3, 2, 3, 8, у него в сумме он участвовал в 10 киллах, активно, ну, активно себя по игре ведет. Если посмотреть, то он, по-моему, вообще один из самых активных, да. Актив. Итак, Шторм вылетел. Эх, Шторм, куда И ты вылетел. влетел? Влетел, посмотрел и вылетел сразу же. И на ТП решил отсюда как можно быстрее свалить. И правильно, в принципе, сделал. А FTD собираются вместе и начинают, в принципе, подпушивать лайн. Притом товар они точно заберут. Но Ехом понимают, что драться сейчас они не могут. Во-первых, на Джаггернауте Аегис. Ну и, в принципе, им пока лучше самим попробовать сплитпушить. И также Таур начинает бить Тимбер.
Не знаю, что... Единственное, что, да, единственное, что у них ДПС немножечко поменьше, тоже же Гернал с Battle Fury дает больше дэмэджа, и нужно обязательно позвать Шторма, потому что Шторм по вышкам, ну, он, наверное, лучше всех работает, а он вместо этого стоит в центре. Стоит, ну, как он стоит? Он его погибает. Нашли. Да, теперь он лежит, теперь... его увозят. Увезли Шторма, и, конечно же, Шторм потерял свои драгоценные заряды Блудстоуна. А, Тавр снесли, ну и в итоге хотя бы Тавр разменяли, получается, на Шторма. Потеряли сами Тавр, ну ладно, хотя бы что-то сделали. Не знаю, Шторм не то, что не ожидал, надо же понимать, что против тебя Купол играет, лучше тебе, наверное, как-то с командой держаться. Но знаешь, вот тоже это такая проблема, он даже тут не ошибался, он вроде бы, он просто уж не успевал не улететь. А, в любом случае, тут и Даггер, Вайда очень мобильный, притом как-то... Лучше не показываться на линиях, как бы в лесу он тоже фармит, регенчик у него есть, он быстро вычищает леса. Джаггер опять погиб, минус Аегис, браво. Как красиво сыграно. Но теперь самое главное убежать. Это будет сложно сделать против креста Кунки. Но Спирит здесь уже должен погибать. Пошел Омни Слэш от Джаггернаута. Отлично поднимает ведра себя Тимбер Соу. А здесь, в принципе, ставится хорошая супернова. Прям в центре замеса пошел корабль от Кунки. Эр Спирита все-таки догрызают. Дальше пытаются преследовать Шторма. У Шторма еще достаточное количество маны. Забить на Шторма, добить Тимбера. Добить кого-нибудь, потому что Шторм врывается в замес, у него очень мало маны, преследует его Мирана, Шторм донает сам себя, теряет очередные заряды Блустоуна, и остается Тимбер, который на фул мане, на Иуле бежит, и нужно поднимать кого-нибудь, иначе его сейчас не простят. Уходит на Тимбер Чейни. Не хватило, что ли, Кунка, да? Чуть-чуть ему, да, чуть-чуть он не успел. И FTD молодцы, отлично реализовали Aegis. Я думаю, на месте Ехом вообще стоило отдать Эрспирита, как бы вы там все потратили. Ну, FTD все пришли, у вас там ребята вообще находились далеко. Шторм очень поздно пришел за замес, но, как мы видим, они на характере. Они своих не бросают, мил. На самом деле, если говорить о профессиональной доте, эта ошибка даже зачастую есть у про-команд, именно даже... Наших команд. Вот именно, знаешь, я бы даже... Ты очень хорошо отметил. Да, СНГ, Европа это. Очень любят подраться, характеры, знаешь, такие боевые, скажем так, ух, любят они драться. И, в принципе, вот не раз отмечали как раз о том, что, ну, у нас такая дота активная, любим мы драться. Ну вот. скорее у нас просто нету такого крутого координатора, таких нет хороших координаторов. У нас же все сообщество, ну, больше всего поддерживает ребят, которые попадают в мувики, ребят, которые играют на мидере, на кэрри, поэтому нет особой мотивации у многих ребят как-то совершенствовать свои навыки пикера и капитана. А если брать те же коллективы, как, например, OG, EG и остальных ребят, которые выступали когда-то в хорошей форме, то у них прослеживается четкая позиция, что если капитан говорит «бэк», то все, все забивают про замес. И каждый выбирает свой путь спасения. Он даже не думает о том, чтобы там развернуться и как-то помочь. Правильно делают. Надеюсь, некоторые. Знаешь, в некоторых случаях развернуться и помочь это очень круто, но в данном случае это было практически нереально, потому что они, в принципе, и Джаггернаута в Аегис очень много чего потратили. Самое главное то, что они убегали, их зацепили, как бы вы уже вне позиции, когда вы там на блинках убежали обратно, потом вас цепляет герой, вы такие, оп, надо возвращаться. И пока вы возвращаетесь, там уже минус один. А-та-та. Наказали. Но еще ничего не потеряно. 27 минута преимущества, 10 тысяч голды за FTD. И это, конечно, весомое преимущество, но, в принципе, оно отыгрывается за один хороший замес, если Ехомы смогут его устроить. Ну, вообще сложно им, на самом деле, будет устраивать этот замес, потому что давай посмотрим примерно на героев роль. Берем роль хардлайнер. Слардар, у него только один даггер. Роль Войд хардлайнер. Владимир, Даггер, Диффуза, 2200 голды сверху. Вот, хотя бы если мы сравним таких вот этих персонажей коры, это, в принципе, корха, да-да, третья позиция, и мы видим, какие здесь айтемы, какие здесь айтемы. Один из явных минусов Слардара как раз тот,
что сложный, медленно он достаточно фармит. И поэтому многие покупают после Даггера ему Мидас, потому что сложно ему выносить свои айтемы. И вообще он, знаешь, такой герой, который, если врывается, чаще всего его убивают одним из первых, потому что он инициирует замес. Ну и поэтому ему нужна экспа, потому что если он врывается за минус первый, он умирает, то он, грубо говоря, не получает ничего. Вслед за этим Тимбер, Шторм, они тоже очень много крипов забирают, и получается так, что он вообще без уровня. Вот сейчас, допустим, он 11-й, Эрспирит 11-й, Титан 11-й, это при том, что он хардлайн. Поэтому минус, ну когда ты в полной, скажем так, полной заднице, прошу за выражение, он иногда хорош. Нашли! Нашел Феникс, увидел Тимбера, Хроносфера, Яйцо. Как же воид накручивает, и посмотри, ой-ой-ой, как же он бьет уже. Ну ты просто посмотри, это воид харда, 16 левел, 328, 2700 сверху, киллинг спри. Ну и что ты с этим воидом потом будешь делать? Ну Я бы, не знаю, какой-нибудь в рейскинга бы взял. Угу. Пока вот, кстати, забирают Джиггернаута, в очередной раз его нашли, не успел он завязать. А, у него манта стайл был КД, поэтому он не успел ничего сделать. Правда, проблема у Эрспирита. Эрспирит живет, шторм, корабль. Корабль идет в Эрспирита, его нашли, его раскусили. И шторму бы бежать отсюда по добру, по здорову, а нет. Слардарчик вырывается, у Слардарчика минус армор есть. Начинает Вайда убивать, камешек пошел, врывает Смирана. Старый шторм, но она одна. Одна и беззащитная. Да еще и сама Мирана могла на самом деле получить здесь по голове. А купола нет, супернова от Феникса также нет. Однако хватит ли Сандре? Войт, как же ты нагло играешь. И доминейтинг добивает он Слардара. Разлом не слишком приятный. И вот здесь, в принципе, Ганим работает на подмен. Совершает уже серию убийств. Плюс стрела Верспирита. Мегакилл от Вайда. Ну и на это там размен, опять же, забрали да Джиггернаута. Нет, еще, да нет, смотри, тут он бьет еще Элдар Титана, делает минус 3. Ну, это, мы с тобой сразу говорили, Вайда загнобить на этом лайне будет сложно, а вот Вайду загнобить их и всех вообще здесь, походу, вообще, достаточно легко. Да, тут на самом деле самый настоящий рай для Вайда, это 4 миличника, шторм. Ты даже если просто поставишь купол в одного, получается так, что некоторые герои вообще в драку не могут прийти. А даже если они придут, то не факт, что они там хорошо себя покажут. Опять же, подсейва от Вайда никакого нету. Ну, не знаю, как-то играют вроде бы знают, против кого играют, а как-то ничего не приняли против этого героя. Ораклавинга. Да много кого можно взять против этого героя. На самом деле, контрится. Даже, знаешь, нет такого хорошего дизейблера. Ну, Слардар, с одной стороны, да, станчик под минус армором его разрывать. Но, опять же, это сделать не так-то легко, судя по тем айтемам, которые сейчас есть у Вайда. Я думаю, план был наверняка то, что Шторм собирает все быстро артефакты, и он начинает убивать. Но, как мы видим, немножечко изменились их планы. Войд оделся получше, у него 14 тысяч голды, и теперь с Айленсом его не взять. Шторму нужно купить себе что-то поопасней. Может быть, какой-то хекс купить, тогда можно первыми нападать. Ох, тут до хекса, знаешь, еще... Долго, да, но у него уже лучше, два слота у него есть. Тут Тимбера нашли. Отличная хроносфера. И замечательная стрела. Как же они этого Тимбера месят. Ну и без шансов, на самом деле. Отличная, знаешь, вот такие... Мне очень нравится, как Войд в этой игре отыгрывает, в плане того, что хроносфера практически по КД. То есть у него появилась хрона, он пошел ее в кора дал, и как бы... И минус герой. Отлично использует его с подмой, ну и нет вообще никаких вопросов к этому герою, игроку, герою. И комбинацию используют просто на 10 с плюсом. Слардар на 32-й понял, что здесь, походу, ребята, у нас лейт будет. Ну, по крайней мере, если мы всплывем, то точно не сейчас. Когда у врага там 14 тысяч голды, только если мы по спидпушим, только если мы, может быть, сделаем минус 1, минус 2, минус 3. Ну, давай будем откровенны. Здесь, что касательно лейта, FTD смотрится, ну, просто... На миллион голов выше. Тут даже... Да. Даже не могу сказать... Ну, здесь только если... Буду лайта, только у Ехом есть вообще только шторм.
Ну, я бы сказал, что есть еще такой суппорт опасный. Так, один момент. Один момент. Яйцо. Как своевременно кастует яйцо Феникс. Эрспирита вернули не по таймингу, но яйцо все равно взорвалось. Отличный станчик от Титана, но этого недостаточно. И забирает Эрспирита, хотя он боролся достойно. Вот. Так, тут еще проблемы. Забирают и Слардера. Слардер погиб. Продолжают нас FTD беспредельствовать. И что я хотел отметить? То, что единственное, по-моему, что может спасти Яхомов, это Эрсплит в толпу. Вот прям по пятерым. Как в американском боевике. Вот, может быть, тогда там как-то получится кого-то добить. Тут неплохо. Джаггер почти погиб. Правда, все Ну, равно живет. Ну, почти во-первых, не считается, да, я. почти, знаешь, почти выбили Аегис, было бы более правильно здесь Да. заметить, однако Верно. даже этот момент не был осуществлен. Ну что, я думаю, что сейчас будет, как бы, знаешь, последний ключевой. Ой-ой-ой-ой, ты Вот что? здесь вот Нет, точку и пока. поставили этим крестом. Поставили крест. Отправились, да. Вообще, он как-то еще нагловато сыграл против креста. Типа, думал, сейчас я такой уйду, а его, ну давай, давай, иди. Ненадолго вернули и сразу же убивают. В это время, ой-ой-ой, пытался Феникса тут сбрить Шторм. Однако... Туда он улетает. Сейчас его, естественно, догонят. Феникс бежит. Мирана преследует. Воет подходит. Забирает, кстати, Феникса. Молодец, как хорошо разменялся он в такой критической ситуации один на один. Но все же Джиггернаут фуловый. У Джиггернаута и Егис палочка стоит. И продолжает он убивать базу. 5000 сверху Джаггернаута, 20 на 32, пошел откидываться камнями, уже Эрспирит влетает, Слардар, станчик на самом деле был достаточно хороший, корабль от Кункевича, Слардар за пару, ну, Слардар, нет, пошел, улетел, все нормально, вот, отпустил, ну и правильно сделал, забрали сторону, в принципе, можно, однако, подстан под Кунку, пошел туда камень, Тимберс, улетит свой Тимберчейн, убивает Кункевича. Ну, как дальше? А дальше что? А дальше главное, что отходит у нас Джаггернаут. Главное, что Войд уже на базе. Патма уже вообще на топе сплитает. И, в принципе, Патма, знаешь, здесь такой даже не дэмэдж дилер. Решила собираться через ветра, чтобы... Даже не Спасает саму боковая. себя, но ей это не помогает. 1000 голды для шторма. 1039. Неплохо, неплохо. Шторм встает с колен. Встаю с колен, кстати, Смотри. перса у него. А зачем? Он типа хочет твинкин себе купить? А зачем ему? А типа, чтобы Кункевич на крест не садил? Наверное. Но хроносфера все равно в него залетит. Да его, по-моему, даже не с помощью креста, а с помощью как раз хрона в последнее время убивали. Да Усекло, вообще говорит. всегда с помощью хрона. Торрент не блочит, Санрей не блочит, Ультимейт Феникса не блочит. Я пока не в курсе, зачем здесь линка, но, наверное, он нам покажет. Он нам покажет, когда трон упадет. Блин, дай ему шанс. Ну, нет, я не просто не... Ладно, может это... Может быть, это Лотус? Не. Против чего, Лотос? Против Джиггернаута. Ты видишь, он бежит в тебя с красными глазами. Прыгает на тебя и взываешь на себя Лотус, и он в ответочку. Star Wars, 8-й сезон. Слушай, может, он мискликнул два Да раза? не, просто, ну, есть такие штормы, которые очень хотят защитить сами себя, хотят, как бы, купить полезные артефакты, но вот то, о чем мы и говорили, как бы, вот так вот это делается, вот так вот летает в него корабль, и вот так вот он погибает, так что персику, как мы видим, да и та же линка не особо будут спасать. Это деньги на ветер. Деньги на ветер. Я, честно говоря, не совсем даже понимаю, что его может спасти. Вообще, вот давай БКБ. подумаем. А от хроносферы что спасет? Да ничего его не спасет, мне кажется, от Байбек. хроносферы. А, вот это вот Вот. уже хорошо. А тут три заряда в Уолстоуне, я думаю, что резаться он будет так же долго. Ну, еще, если ты убер задрот, конечно, некоторые там... Хотя нет, даже тебя Ил не спасет. Я вот что-то подумал, диффузовой это есть, поэтому от хроносферы не спасает ничто. Кроме хорошего спорта. Надо... Вайда. Надо было Вайда бегать. Отбежать, у него БКБ. Бежать. Ох. Причем всем бежать надо. Эрспирит что-то стоит, думает. Вот, наконец-то он ушел. Додумал. Будет преследовать дальше. Да, начинается самая тяжелая стадия игры, когда ты ставишь хроносферу,
убивая шторма. Вроде бы шторм появляется, и, казалось бы, иди убивай, но хроносфера уже почти откатилась, и шторм сейчас просто в шоке. Вот, Хекс! Хекс спасает. Прыгни, Вайда, и убей его за Хекс. Вот что спасает. Однако, у нас Джаггернаут может поп... Да, и какое тут может? Какое тут шанс? Ну, я надеялась. Вот я... Ты же просил, чтобы я дала шанс. Я давала шанс. Уже все, надо заканчивать. Они уже, по-моему, победили. Вот он вырывается шторм, вырывает палочку. Это, конечно же, хорошо, но маны теперь нет. Приходится уходить на базу. Кунка тут уже сдает Далусом. Ничего себе он оделся. Поднимают Тимбера. Так, Торрент мимо. Мирана пошла. Мирана в очередной раз развела, и похоже, что она ошиблась. Нет. Как же больно. Какая хорошая карта. Ой, на самом деле, это неплохой был ультимейт от Элдер Титана, однако... Но он один, вот был бы, не знаю, кто-то еще, кто может там на 50% ударить. И на 50% еще кто-то. Было бы нормально, а так он один не справился, ну, что поделать. Но он пытался, он сражался до конца, однако Ехом проигрывает свою первую карту, еще раз отмечу, формат встречи бот 2, и есть у них шанс отыграться. Ну, а мы с вами прерываем.